Итак, всем привет, ребятки! Сегодня у нас линейка Otterbox Universe пополнилась модулем солнечной батареи. Это у нас чехольчики для айфонов. Прошлой весной компания Otterbox предложила достаточно любопытную идею создать защищенный чехол для iPhone, который позволит присоединять к смартфону различные функциональные модули. Пробой стал Gold Zero Slide Battery с выдвижной батареей. Аксессуар пользовался умеренным успехом. Теперь ассортимент линейки Otterbox Universe пополнился новым чехлом Gold Zero Nomad, который оснащен солнечной панелью для зарядки телефона. Следует принимать во внимание, что солнечная панель Nomad Polo подзаряжает не аккумуляторы смартфона, а только ту самую батарею Gold Zero Slide Battery. Фигня, почему не аккумулятор, блин, сделали бы, чтобы он заряжался полностью, и аккумулятор, блин, в чехле, и аккумулятор в телефоне, блин, а то как-то неприкольно получается. Тандем получился достаточно продуктивным и действенным. Ну, не думаю. Мощный ударопрочный корпус с дополнительным аккумулятором и заряжающей его солнечной батареей. Да. Тандем. Gold Zero Nomad Folio появится на прилавках магазинов не ранее 4-го квартала 2016 года. Предполагаемая стоимость составит 40 баксов для iPhone 6, 6s и 49 баксов для iPhone 6 Plus и 6s Plus. Slide Battery можно купить уже сейчас. Обойдется он в $54.99 и в $60. Не дешевый чехольчик, однако, с батареей, блин, китайцы делают гораздо дешевле. Поэтому посмотрим, что там, как народ будет юзать это дело, как оно будет по удобству и вообще по качеству. Ну, по качеству, я думаю, оно будет неплохим, а вот по удобству использования это еще под вопросом. Всем пока. Так, ну а вот у нас этот powerbank на Амазоне. Стоит он здесь $50. Так, вот такой вот у нас powerbank, солнечная батарея. Или что он там у нас? Короче, вот такая вот фигня. Там еще у него есть хрень раскладывается. Так, сама солнечная батарея, вот, и как он там заряжается, конечно, ну, думаю, не очень удобная штука, блин, потому что, ну, во-первых, она очень какая-то громоздкая, вот, поэтому как-то нелепо выглядит вообще, и не знаю, насколько это будет практично, с точки зрения, если, допустим, мы куда-то собрались в дорогу, то, в принципе, да, его можно взять, вполне даже сгодится. А для повседневного использования, конечно, такую бандуру с собой таскать. Такого размера телефон-то в карман хрен запихнешь нормально. А если запихнешь, то как-то будет не очень удобно ходить. Вот. А если еще вот эту хреновину нацепить, то это, конечно, будет вообще жесть. Вот такая вот ерундовина. Выглядит она вот так вот. Вот она. Ну, очень громоздко выглядит. Очень. Поэтому, ребятки, решайте сами, покупать вам это или нет.